Привет всем! Сегодня обзор из магазина «Светофор», который находится по адресу город Димитровград, улица Свирская, дом 40. Набор рюмок 6 штук по 50 мл, 158 рублей. Салатник. Состав опаловое стекло. Диаметр 18 см. Объем 1 литр. 85 рублей. Тарелка десертная, из натрия кальция силикатного стекла, упрочненная, диаметр 19,5 см, 36 рублей. Чай черный, азерчай, с ароматом бергамота, 250 грамм, 91 рубль. Хворост ореховый. Можно посмотреть состав, если интересно. Вес 1 килограмм, 138 рублей. Изделие слоеное, чайное утро с творожной начинкой. Вес 1 килограмм, 149,50. Конфеты глазированные с кокосом. 8 батончиков, по 40 грамм каждый. 102,50. Ищите, где выгодно, а мы нашли. Магазин «Светофор». Гарант низкий. Горох дробленый. В удобных пакетиках для варки. 5 штук в упаковке, по 80 граммов каждый. Цена 20 рублей. Горох колотый в пакетиках для варки. 4 пакетика по 100 граммов каждый. Время варки 45 минут. 22 рубля. Шарики кукурузные, соленые. Упаковка 250 грамм, 53,50. Овсяный йогуртный напиток, есть на молоке, есть без молока, 930 грамм, 61 рубль. Уголь древесный, 3 килограмма, 92 рубля. Кашпо, 4 литра, с поддоном, 39 рублей. Гель для душа увлажняющий. Подходит для всех типов кожи. Объем 1 литр. 44 рубля. Зубная паста Сплат. Есть два вида. Актив и ультракомплекс. Упаковка 80 грамм, 60 рублей. Гель для стирки. Подходит для всех видов тканей. Объем 3 литра, 98 рублей. Гель для душа. Создает ароматную нежную пену. Бережно очищает, питает и увлажняет. Объем 500 миллилитров, 37 рублей. Супер раскраски. 64 картинки. Цена всего 50 рублей. Панталеты детские. Состав ЭВА и текстиль. Производитель Россия. Размеры есть разные. 252 рубля. Ну а на сегодня это все. Спасибо вам большое за внимание. Буду рада подпискам и лайкам. Всем пока-пока!